Здравствуйте! Всем привет! С вами Алиса и я. И мы начинаем нашу рубрику «Рассуждалки про культуру». Лен, а ты любишь ходить в музей или театр? Конечно, люблю, а ты? Да, особенно в музеи. А ты знаешь, что уже разрешено ходить в музеи и театры? Роспотребнадзор сообщил, что запрет действует на массовые мероприятия, не распространяясь на спектакли, музеи, цирки и концерты при соблюдении всех норм. Однако массовые мероприятия пока еще нельзя проводить в школах, социальных, спортивных и прочих учреждениях. Ну что, когда старт? А я вообще еще очень люблю Лего. И я. Представляешь, теперь компания Лего выпустила новые наборы для слабовидящих детей. Очень здорово. На поверхности деталей шрифтом Брайля написаны буквы и цифры. На первый взгляд они выглядят как обычные детали. В компании убеждены, что новые наборы помогут слепым и слабовидящим детям познавать мир и развиваться. Это были все рассуждалки на сегодня. До новых встреч. Пока. Пока.